Но счет 0-0, и надо сказать, что и опасных моментов-то особых не было. Карпунина в игре мы как-то особо-то и не видели. Как-то без бросков вообще-то идет игра. Вот сейчас это поменяется. Гол! Вот, пожалуйста, Лапенков. Обыгрыш 1-1. Карпунина распечатали. И Лапенкова поздравляем со второй заброшенной шайбой в 10 матчах, что он провел за череповецкую «Северсталь». 3 набранных очка у Лапенкова. Вот хороший темп, что называется, взято череповчанами, отличное движение. Лапенков здесь демонстрирует нам великолепное индивидуальное мастерство. Ну вот смотрите, да, откатывается назад Витасик, передача какая великолепная проходит, и уже от кого же это уехал? От Блейка Парлита как раз и уехал Лапенков. Четвертое звено было на площадке, с неудобной руки переправил шайбу мимо Карпунина, нападающий первого звена череповецкой команды. Хотя, конечно, отметим и пас великолепный на Лапенкова.